Миш у нас за хлебушком сбегал. Да. Миш, поздоровайся. Всем привет. Против окошка тебя плохо видно. Вот. Всем привет. Да. В общем, лохматый опять. Не знает, как идти в парикмахерскую. Да, зачем? Миш, давай на лысо, как папа. Под троечку. Под троечку это как? Да, так, еще хорошо. Одна девушка идет. Егор Сергеевич. А Егор Сергеевич? Что? Чем ты занимаешься? Читаю книжку. Девчонки его потеряли. Я слышу там... Ой, грохот. В общем, бесится. Думаю, сейчас опять Егор. Захожу, а Егор там нет. А Егор вот здесь. В общем, он реально читает. Много прочитал ты, Егор? Да, вот сколько. Ух ты! Ты молодец сегодня. Ужин зарабатываешь, да? Угу. Ладно, хоть всем привет, что скажи. Всем привет. Всем привет. Развлекаемся как можем. Используем детский труд для того, чтобы... Что мы делаем? Запасаемся едой. А с чем мы пельмени лепим? С фаршем. Да. Домашним. А кто-нибудь его пробовал? Нет. А почему его нельзя пробовать? Потому что он не вареный. Какой он? Вот пельмеш, не вареный. Ну-ка, показывай свою пельмешку. А маникюр-то, маникюр-то какой. У тебя, смотри-ка, мяско за края выбирается. Мама, помнишь, мы смотрели Елену, там, у нее тоже там маникюр она делает. Да, там профессионально делают. Вот ну ладно, пельмешка. Руки они мыли с мылом. Ой, Васюш, тебя не видно в темноте. Угу. Сейчас покажу. Вот так. Подожди. Вот у Васи. Креативный маникюр. И красивая пельмешка. А у меня сейчас тоже. В общем, телефон у нас тоже на карантине. Не хочет снимать совсем. Совсем не хочет. Всем привет. Всем привет. Василиса у нас фанат канала Юлиана Том. В общем... Может, здесь и есть? Юля, все комментарии вам пишет Василиса. Я не пишу. Она хочет найти смайлик. Там есть помада. Поищи помаду, Васюш. Где здесь? Да, листай вниз там. Еще листай вниз. Вот здесь, смотри, дальше за сердечками. Там есть и помада, и туфельки. Вот, видишь, помада есть, духи есть. Ну, помаду поставь тоже в тему. А рядышком. Рядом с помадой, да. Вот так. Ну, ты уже поставила. Вот так у нас проходит наша изоляция. Васюш, помаши ручкой. Можно восклицательный знак поставлю? Поставь восклицательный знак. Вы думаете, чем мои дети занимаются? А вот эту, которую отмоткаете? Дети, вы чем занимаетесь? Вязание. В общем, Василиса учит Егора делать кольцо амигуруми. Вот, и кольцо готово. Теперь в него набираешь 6 столбиков без накида. Запомнил, Егор? Я так же хочу. А что вы хоть вязали-то, девушки? Можно я покажу свое? Ну, неси, показывай пока. Ну-ка, Егор, что у тебя получается? Давай посмотрим, как ты делаешь. Ох, так у тебя штаны модные. Так. Егор хочет связать так же, как у меня. Вот у меня. Егор у нас левша. Но пишет правой рукой. Он переученный. Не я его переучивала. Он как бы это...
Мы не знали, что он левша. Это я определила уже потом. А тебе удобно этой рукой, Егор? Да. Вот. Вот. Получилось? Да. Ой, ты мой заяц, ты умник какой. А я вяжу капусту. Капусту вяжешь? Угу. Угу. Как Лера... у тебя много уже получилось. А у Снежи получается? А Лера ей нет? Не дала. Вася, а тебе Лера ниток не дала? Сейчас мы попросим. Будешь и вязать? Крючок не дала. А крючок я сейчас поищу, у меня был еще один. Тебе дам. Будешь вязать? Да? А можно я покажу, как сделать столбик? Я хочу, как у Васи, вот такую. Учись. Пойдем, пойдем за ниточками.